С предложением установить комфортную крытую остановку на территории поселения обратились жители Зайцево-Речки. На ежегодном собрании граждан такое предложение озвучил учитель местной школы Владимир Шмидт. Инициативу поддержал глава Нижневартовского района Борис Соломатин. Проект уже частично разработан, выбрано место для установки комплекса. Со стороны главы района одобрение и большой отклик, потому что северная погода непредсказуемая, и наши жители ожидают автобус в течение 4 дней рабочей недели. А бывают и дожди, бывают и снег, бывает и непогода. И поэтому мы пришли к такому выводу, что действительно нам остановочный комплекс необходим. Проект выдвинут на онлайн-голосование на портале «Открытый регион Югра» в рамках 2-го регионального конкурса инициативных проектов. Всего же на конкурс было подано 129 заявок по различным направлениям. От благоустройства до развития медиапространства. Отдать свой голос понравившемуся проекту можно до 29 марта. Выбор югорчан наряду с экспертной оценкой станет одним из критериев определения лучших инициатив. Подведение итогов конкурса состоится 31 марта. Проектам, прошедшим конкурс отбор, будут предоставлены субсидии из бюджета региона на софинансирование до 70% расходов от общей стоимости инициативного проекта.